Всем привет! Как знаете, я уже подсел на мотоциклы, точнее на один, ну и немножко начал, кроме всяких диагностик и привязок ключей к мотоциклам, покупать полезные гаджеты. Довольно полезная штукенция вот пришла, будем распечатывать, потому как иногда некуда, особенно по лету, по жаре, положить документы, там чего-нибудь еще и так далее. Будем распечатывать эту посылку. Так, держу. Вот она, чудесная такая сумка. Предназначена для того, чтобы носить ее на бедре. Вот здесь есть такой кармашек для телефона. Что можно делать с этой сумкой? То есть, грубо говоря, вот так вот присобачить к баку на этих же самых ремнях. И получится, что у нас как навигатор можно использовать. И документы все будут на видном месте. Посмотрим, как она будет висеть на бедре. Так, вот она чудно так держится на бедре. С учетом того, что я товарищ у нас не худенький, не маленький. Но место еще свободное есть. И, в общем-то, здесь тоже есть запас. Нижняя часть еще на резинке. Вот, ну и здесь также есть запас. Так что довольно удобно, однозначно рекомендую. Вот ссылка на нее будет внизу под видео. Вот такая вот чудная сумочка пришла. Ссылка на нее, как и положено, будет внизу под видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если видео оказалось вам полезным. А также пишите внизу комментарии, распаковку чего из полезных гаджетов к мотоциклу хотели бы увидеть у нас на канале. А также подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Пока-пока.